Здорово, щеглы! Сегодня своими руками будем делать подарок на Новый год. А точнее, мы будем делать игрушку. Вот детишки обрадуются этому подарку, ёпта. Бульбулятор. А этот подарок зайдет, ёпта, анонистом. Нет, Спанч Боба. Какого нахуй Спанч Боба? А чё купить, ёпта, слабо? Нам понадобится губки, листочек. Явно украинский Спанч Боб, ёпта, получится. Делайте себе приятное, пока нет дома родителей. Да зачем ждать, пока родители уйдут? Можно за углом гаража своего полувялого попзыкать, ёпта. Надя, осторожней, нас же смотрят дети. Но я явно не ребенок. И другие страшные люди. Намек понял, ёпта. Рисуем глазики, штанишки и все это дело вырезаем. Смотри, чтобы я твою мобилку не подрезал. Дядя Ботаник, а вы опять делаете куклу, чтобы приманивать ей детей? Ты что, детей приманиваешь? Ну ты вообще... Что ты такое говоришь? Я не такой! А когда вы меня отпустите? Ну, когда меня таблетки отпустят? Такие круглые колесики, да беленькие! Ёпта, я понимаю тебя, мы, братаны, на колясах сидим! Если они это не сделают, то я буду переливать обычную кока-колу в бутылки из кока-колы Zero. И что потом, Надя, будем делать? Будем давить эти бутылки, у кого диабет. Правильно, вот-то и праздник, и веселье будет. Вот это злодейский план! Шрам курит в сторонке! Слушай, а что это у тебя со Спанч Бобом не так? Ну, я решил показать, как сделать действительно хороший подарок. Хотел сделать Кубка Боба, а получился вагинатор. Ёпта. Приятный и полезный. В эти холодные ночи. Но то, что он приятный, никто не спорит в натуре. А вот то, что он полезный, я сомневаюсь.